С нами Валерия Коцур, уже в новом качестве, в качестве финалиста турнира сильнейших теннисистов России ТОП-16, которая только что просто подавила своей мощью Ольгу Вишнякову. Как проходил полуфинал? Ну, я более-менее нервно начала, но хочу отметить, мы играем в одном клубе уже 3 года, то есть мы постоянно разминаемся везде, но на соревнованиях я с ней не играла также 3 года, то есть было как-то немножко это, она в неплохой форме, но мне тренер помог, скажем так. Он ваш джокер на этом соревновании? Нет, ну, джокер я сама, наверное, он просто помогает настроить, либо успокоить, либо подбодрить. Давайте скажем нашим любителям настольного тенниса, кто в этот раз секундировал. В этот раз секундирует мне Артем Тарасов, тренер Самарской области, чемпионок страны. Это вызвало большой интерес в нашей общественности. Ну, отмечу то, что я же жила раньше в Самаре давно, 5 лет, и он со мной работал. Ну, это было очень давно, но вот остались дружеские отношения. Ну, надеюсь, у вас также все пойдет и в финале. С кем бы вы хотели встретиться? Не знаю, с сильнейшим. Кто выиграет, с тем и буду бороться, биться. Настроение у вас замечательное. Мы вас поздравляем с финалом. Это круто, это очень здорово. И желаю вам удачи. Все, спасибо большое. Буду бороться. Все.